эмоции. Я думаю, что все присутствующие оценивают так же. Это уважение. Во-первых, кроме того, я не хочу повторять то, что только что полтора часа обсуждали участники пленарного заседания, но то, что Конгресс молодых ученых был достойным таким событием, подводящим итоги, это признают все. И в первую очередь очень важно, что это признают молодые ученые, которые участвуют в этом конгрессе. 3000 человек, которые участвовали вживую. Примерно столько же людей зарегистрировались в соцсетях, увидели, что сделано. Мы за всеминутной суетой иногда забываем о тех больших результатах, больших проблемах и решении этих проблем, которые возникают. В этом году было очень много ярких событий. Запуск Токамака, модуль «Наука», признаковался к МКС. Какое событие стало важным и ключевым для вас? И, возможно, что-то, что перекинет мостик к следующему году? Я всех хотел бы поздравить с завершающимся годом науки и технологий. И еще раз поздравить с тем, что на встрече президента с молодыми учеными